мы беседуем сегодня с Светланой Никитиной, вице-президентом Российского союза автостраховщиков. Добрый день, Светлана Никитина. В первую очередь, какие основные тенденции на рынке автострахования в России? Немножко хочу рассказать о самом рынке автострахования в России. В России зарегистрировано более 40 миллионов автомобилей, а глубина проникновения ОСАГО составляет более 90%. Общий объем рынка ОСАГО за предварительным итогом прошлого года составляет 3 миллиарда евро, а размер выплат более 1,5 миллиарда евро в прошлом году. То, что касается КАСКО, там ситуация не столь оптимистичная. В среднем по стране глубина проникновения КАСКО порядка 7-8%. При этом в столичных регионах, в Москве и Санкт-Петербурге, в районе даже более 50% глубина проникновения КАСКО. В целом, тенденции развития рынка автострахования вызваны теми проблемами, которые существуют. Я в первую очередь хочу остановиться на проблемах ОСАГО, поскольку союз, вице-президентом которого является, занимается именно ОСАГО. Тенденции этого рынка обусловлены теми проблемами, которые за 10 лет существования этого рынка образовались. А в России существует очень жесткая государственное регулирование размера страховых тарифов, страховой премии. И за 10 лет действия закона размер этих тарифов, базового тарифа, фактически не менялся. Вообще не менялся, менялись только коэффициенты. Менялись всего 2 раза. А кроме того, не менялись за эти 10 лет также лимиты выплат. А лимиты выплат по сравнению с европейскими странами в России не очень высокие. По жизни составляет, в случае причинения вреда жизни, составляет 4 тысячи евро. А без ограничений по количеству потерпевших. То есть на каждого потерпевшего в страну 4 тысячи евро. А, и по имуществу 3 тысячи евро. Соответственно, на сегодняшний день в нашем парламенте на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает значительное повышение лимита ответственности до 10 тысяч евро по имуществу и до 12, даже более 12 тысяч, если переводить, по жизни и здоровью. Кроме того, одна из тенденций рынка является общей тенденцией европейского рынка. Это, конечно, отказ от жесткого регулирования размера страховой премии и переход на мягкие, более либеральные регулирования с тем, чтобы страховые компании больше участвовали в конкурентной борьбе. Соответственно, таким образом повышалась защищенность потребителей этого рынка, то есть тех потерпевших, которые на защиту прав которых направлено введение обязательного страхования. А несмотря на то, что не повышались лимиты и не повышалась размер базовой премии, особенно тенденция последнего года, значительно вырос объем выплат. Связано это с особенностями правоприменительной практики, распространениями на отношения по страхованию российского закона о защите прав потребителей. Российский закон о защите прав потребителей является одним из самых либеральных в России, в Европе. Это объективная тенденция, есть много исследований. Но, к сожалению, он рассчитан, на наш взгляд, рассчитан на более простые отношения, связанные с покупкой товаров, работы даже услуг, но другого качества, не финансовых услуг. Тем не менее, в результате устойчивая судебная практика и обзоры верховных судов Российской Федерации сейчас имеют такую тенденцию, что страховщики вынуждены по решению суда выплачивать не только страховую выплату, но и 50%, то есть штраф в размере 50% от этой выплаты за то, что выплата была по суду, и плюс еще моральный вред. Причем эта тенденция на рынке КАСКО имеет еще более катастрофические последствия, поскольку для КАСКО взыскивается еще и процент за каждый день просрочки, в случае, если страховщик просрочил выплату, и размер этого процента составляет 3% в день. 3% в день – это достаточно серьезная сумма. А в ОСАГО такой проблемы нет, потому что в ОСАГО установлена
специальная неустойка, и по большому счету просрочка в ОСАГО вообще последние 5 лет она не так часто встречается. Ну, это, с одной стороны, это тенденция, которая значительно дисциплинирует рынок, а с другой стороны, сейчас мы пытаемся найти какие-то средние варианты с тем, чтобы, с одной стороны, рынок был дисциплинирован, чтобы не защищались права потерпевших и либо самих страхователей, если речь идет об ОСАГО, с другой стороны, чтобы это не было настолько катастрофично, разорительно для страховых компаний. Потому что количество страховых компаний за счет банкротства, особенно в ОСАГО, на значительно, ну, такой общий тренд на уменьшение, именно за счет разорения компаний. Сейчас, на сегодняшний момент, за 10 лет у нас ушло более 70 компаний. То есть половина рынка ОСАГО, рынок ОСАГО по сравнению с 2002 годом, когда это начиналось, в 2003 году, рынок уменьшился почти в 2 раза. Российский союз страховщиков РАМИ выплачивает компенсационные выплаты за компании-банкроты, за компании-банкроты, которые ушли. Размер выплат на сегодняшний день составил более 18 миллиардов рублей. Это сколько же в евро-то получается? Более 4,5 миллиарда евро. Да, 4,5 миллиарда евро. 4,5 миллиарда евро – это то, что выплачено за банкроты. Поэтому сейчас мы пытаемся найти какой-то компромисс, чтобы защитить и права потерпевших, и права страхователей, и не разорить страховые компании. Ну, сегодня обсуждался один вопрос именно по выплатам по вреду жизни и здоровью и про моральным ущербам. Вот во всех европейских странах это достаточно острый вопрос, и они очень-очень быстро растут, и сейчас предпринимаются очень жесткие меры, чтобы как-то решить этот вопрос. Насколько мы понимаем, эта проблема не встала так остро пока еще в России. Ведь в России эта проблема действительно пока остро не встала. Связано это с двумя моментами. Во-первых, ограничение по размеру, я говорила, всего 4000 евро. И второй момент – это особенности регулирования законодательства. По российскому закону об ОСАГО не подлежат возмещению страховщиками, тот закон, который действует сейчас, те ситуации, когда потерпевший имел возможность получить выплату на лечение, я сейчас только лечение говорю, по программе обязательного медицинского страхования. Фактически, подавляющее большинство видов лечения, исследований, протезирования в России подлежат компенсации по обязательному медицинскому страхованию. Но при этом есть тоже достаточно устойчивая судебная практика. Суды взыскивают со страховых компаний, и в том случае, если лечение подлежало в рамках обязательного медицинского страхования, но потерпевший по каким-то там своим причинам, для своего удобства, для улучшения своего, не воспользовался программой обязательного медицинского, а воспользовался, например, добровольным медицинским страхованием. В этой ситуации суды взыскивают со страховщиков, но спасает ситуацию ограничение лимита выплаты. И кроме того, как ни странно, не очень большой процент потерпевших в России обращается по ОСАГО по причинению вреда жизни и здоровью. Они не знают об этом или достаточно трудно получить? Знаете, наверное, тут я не берусь оценивать. То, что знают, это точно. Конечно, знают. Все-таки вообще всего в прошлом году обратилось за выплатами, в 2011 году за выплатами по ОСАГО обратилось 2,6 миллиона человек. Это достаточно большое количество, 2,6 выплат, поэтому не думаю, что люди, которые знают о выплатах по железу, не знают о выплатах по здоровью. Они обратились к страховым компаниям? Обратились и получили выплаты. Столько заявлено случаев, столько заявлено страховых случаев. 2,6 миллиона страховых случаев заявлено. 2,6 миллиона страховых случаев заявлено. Урегулировано 2,5 миллиона. Ну, еще в процессе урегулирования 100 тысяч. 100 тысяч находится в процессе регулирования. Из них только 1% – это случаи по жизни и здоровью. Тут, видимо, еще нюансы такие. Выплаты у нас идут только в случае смерти, только по иждивенцам, то есть тогда, когда потерян кормилец в семье. Понятно, о чем я говорю, потерян кормилец. При этом есть тенденция по другим видам страхования, в частности, по страхованию ответственности перевозчиков. Напомню, что перевозчики автомобильного транспорта практически то же самое ОСАГО.
С 1 января 2013 года вступил в силу закон, по которому перевозчики должны будут выплачивать в случае причинения вреда жизни и здоровью не только иждивенцам, но и родственникам. То есть в случае гибели ребенка по ОСАГО сейчас страховщик освобождается от выплаты, а по страхованию ответственности перевозчиков он обязан будет заплатить фактически моральный вред. То есть он не называется моральным вредом, это называется страховой выплатой, но по экономическому содержанию это моральный вред. Такая ситуация у нас была в авиастраховании с 2007 года. Но в авиастраховании там очень мало убытков, они очень редки. Да. А вот слава со страхованием, Богу. Да, слава Богу, а вот со страхованием автомобильных перевозок пока не очень понятно, какая будет тенденция в этой части. Только в этом году вступил в силу закон, и еще нет ни одного договора пока, и ни одного убытка. Я понял. Еще одна тема, которую сегодня обсуждали на событии, была борьба с мошенничеством. Вот в России, именно Российский союз автостраховщиков, какие меры предпринимает по борьбе с страховым мошенничеством? Ну, я думаю, что общее место, общая тенденция в любом борьбе с мошенничеством – это, конечно, информационная открытость. А чем более прозрачная система, любая система любого страхования, вообще чем более прозрачна любая система, тем меньше невозможности для какого-то мошенничества. Да, тем труднее что-то сделать. А в этой тенденции мы пытаемся организовать борьбу с мошенничеством. А с этого года, с 1 января 2013 года, заработала большая информационная система, в которой содержится информация о всех договорах ОСАГО, которые были заключены, начиная с 2011 года. С тем, чтобы коэффициент бонус-малус был подсчитан, и плюс, ну, это тоже входит и в борьбу с мошенничеством, и борьбу не только с мошенниками, страхователями и потерпевшими, но и в том числе с не очень добросовестными страховыми компаниями. Угу. Поскольку все-таки Российский Союз, он организует взаимодействие между компаниями и использует в том числе механизмы саморегулирования. Угу. Мы контролируем деятельность компаний, если они не очень добросовестно ведут себя на рынке. Эта большая информационная система создает больше прозрачности в деятельности страховых компаний. Кроме того, сейчас этот проект еще не реализован, но он находится под контролем у первого заместителя руководителя правительства Российской Федерации, о создании такой единой информационной базы, связанной не только с... То есть наша база будет связана с базой органов внутренних дел в части информации о регистрации машины, в части регистрации дорожно-транспортных происшествий, там, привлечения к административным правонарушениям. Это две ее части. И третья часть, там должна быть информация Минздрава о справках, выданных при получении прав о движении. Но мы надеемся, что следующим шагом будет информация Минздрава о лечении в рамках как раз выплат по жизни и здоровью. Ну, это такая перспектива. И второй элемент, наверное, борьбы с то, что сейчас мы планируем сделать, это развитие системы видео и спутникового наблюдения, контроля положения автомобиля на дорогах. Причем это идет как в развитии КАСКО, так и в развитии ОСАГО. Прозрачная система операторов, сбор в единой информационной базе положения автомобильной дороги, конечно, значительно уменьшит количество мошенников. Конечно. У меня еще один вопрос. Вот как вы смотрите на рынок в следующие 2-3 года? Как вы оцените вот потенциал этого рынка, который вы очень хорошо знаете и который координируете действия этих компаний на рынке? Что их ожидаете, что вы ожидаете от рынка, скажем, в следующие несколько лет? Скажем, конечно, что потенциал российского рынка огромен. Более 40 миллионов машин – это много машин. Я думаю, что основная тенденция в данной ситуации, в нашей ситуации, это не только рост премий, что, конечно, возможно, именно за счет, не только за счет либерализации тарифа. Мы не ждем большого увеличения размера страхового тарифа в случае либерализации. Тут скорее может возникнуть проблема демпинга. Да. Поэтому это тоже одна из наших задач, чтобы найти равновесие между либерализацией и демпингом. Но в любом случае увеличение глубины страхования, проникновение страхования прежде всего на рынках добровольного страхования ведет к увеличению объема рынка. И вторая тенденция, которая у
нас сейчас существует, это тенденция, связанная с изменением регулирования и надзора на этом рынке. Но я думаю, наверное, вы слышали о таком тенденциозном проекте российского правительства, как создание международного финансового центра. В рамках создания этого международного финансового центра изменяется рынок регулирования страховой деятельности. В России, по примеру некоторых европейских стран, создается мегарегулятор, и все регулирование, в том числе страховой деятельности, вообще всех финансовых рынков, передается Центральному банку, и он будет заниматься как регулированием деятельности финансового рынка, в том числе страхования, так и надзором на этих рынках, что значительно увеличит прозрачность, увеличит качество прудуциального надзора. В этой связи, видимо, ожидается некоторое уменьшение количества страховых компаний. Может быть, это, с одной стороны, вызовет большую концентрацию капитала, но, с другой стороны, это значительно улучшит качество страховых услуг, уровень защиты страхователей и потерпевших. Я понял. Спасибо большое. Спасибо.